Сегодня стране нужен завхоз и жесткая рука, которая разнесет все то, что они делали 30 лет и продолжают делать сегодня. У меня единственная должность, на которой мог показать то, что могу, это примар муниципалитета. И то, что люди по 70% голосуют в первом туре и по 10-15% голосуют за других, это говорит о том, что люди мне доверяют и они довольны той работой, которую я делаю. У нас сегодня без плана модернизации страны, а это сельское хозяйство, экономика и инфраструктура, включая транспорт. Без этого мы никуда не денемся. Не решив проблему среднего технического образования, мы никогда никого сюда не приведем. Мы сегодня обещаем организовать в каждом районе консалтинговый центр, который будет изучать бизнес-планы людей, с которыми приходят, либо предоставлять свои готовые взамен. Мы разработали проект для молодых специалистов, молодых семей, чтобы могли покупать в рассрочку жилье под 0% годовых. Касаемо борьбы с коррупцией, я хочу добиться в Уголовном кодексе одного очень короткого предложения, но с большим содержанием и смыслом. За коррупцию срок должен начинаться от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества у всех родственников. Я хочу развивать страну и избавить страну от вашего кулька, и я ее избавлю. Хотите вы этого или нет? Голосуем за Рината Усатова, кандидата номер один в избирательном бюллетене.